мина. Мина. Что вы с автоматами по городу лазите? Что вы здесь делаете? Вы в городе с автоматами лазите? Вы что? Хотите, чтобы город поднялся, да? Что нет? Да, очень неадекватно. Кто вы такие вообще? Здесь с автоматом. Зачем ты прибыл? Куда вы прибыли? Чего ты сюда? Убирайся вон отсюда. Я не хочу молчать. Я буду такой, как мне нравится. Наемные войска. Так, фотографируйте вот это вот. Не надо. Да, я помою руки. Я работаю под себя. Удостоверение покажи, кто ты такой. Удостоверение покажи, кто ты такой. Почему вы с оружием ходите там? Кто вы такие? Кто вам разрешил? На какой вызов вы прибыли? Там что, нарушение закона? На какой вызов, мирные жители, вы прибыли? Женщина. Да, такая а у меня хоть офицерское образование, высшее образование есть? Фашистнявы, они ну, собачанщины. Какие-то топоры у нас по городу с оружием ходят. Фашистнявы. Да вы что, в наших ребят стрелять будете? Убирайте. Вы в наших ребят стрелять будете, да? Он совершенно трезвый. Он совершенно трезвый. Вы кому пришли, к женщинам или к детям? Вы не кричите, не повышайте тон. Вы не в состоянии понять. Это что такое? Мы дожили, что в своем городе вы будете ходить с оружием по площадям. Да дети, это парк вообще. Это парк. Мы с ума выжили, а что? Кто вам оружие отдал? Хоть город картам глянет. Что по улицам с оружием ходят? Я не собачка, не надо тут шуму. Успокойся. Я буду делать так рукой. Что это такое? А что, харьковчанам нравится? Когда вооруженные по улицам к этим детям ходят. У вас есть разрешение? А что, разрешение? Разрешение на оружие. Покажите разрешение. Разрешение на оружие, оружие. Покажите, пожалуйста. Батальон милиции, патрульная служба. Кого вы вообще представляете, что вы милиция молчит? Здесь проводят. Это территория маршрута. Понимаете? Сейчас, так как на территорию города Харькова, приехал наш президент, мы охраняем. Кто сюда приехал? Ваш президент? Да нет, вашего президента. Ваш президент! Вот! А не наш! Это не наш! Это ваш президент! Ваш президент! Киеве его охраняйте, в Киеве! Нам здесь этот президент не нужен! А потому что нафига нам надо, чтобы по городу ходили? А чего вы в американской форме? Не в украинской, а в американской. В американской форме. Оперативный дежурный. Давайте спокойнее себя вести. А то мы тоже автоматы возьмем и будем ходить по городу. Если вы будете ходить что за люди ходят? Я милиционер, я имею право. Кого вы милиционер? Где написано? Удостоверение. Где удостоверение? У вас оформлен милиции, да? Я полгода назад такой точно в форме. Разрешение на оружие, покажи. Удостоверение, пожалуйста. Вы будете нам полки создавать. Да мы тоже создадим свой полк. Мужики, мы свой полк тоже создадим. Вы тут еще в партии будете. Надо, это вам не Киев, вы тут так бегать не будете. Как вас отпускать? Это вам не Киев. Собирайтесь, вы швартово зайдете. Хорошо, если ты вам не видите, я туда выходила. А вот еще один. Это Дитран у нас. Решил Харькова купировать. Это, блядь, заблажаться. Это же у нас бегать. Герой. А против кто ваш потенциальный враг? Да, кто враг? Да, кто у вас враг? Кто нарушает закон? Кто? А кто нарушает? Кто нарушает? Не повышать голос. Чего я нарушаю? Голос повышаю. Я милиционер. Я спец подразделения милиции. Какое военное положение? Нет военного положения. Нету сейчас военного положения. Где указ президента военного положения? Это вы воюете! Вы не воюете! Указ о военном положении. Вы идите воюете! Указ президента о военном положении. Покажите. С кем вы тут как? Если военное положение, указ президента о военном положении.
Вы знаете, вы военные сотрудники. Против кого? Разошлись, разошлись. Разошлись. Вот так вот, разошлись. А что вы нас с нашей земли воюете? Покажите прописку, от кого вы вообще. А мы не ключи. А что такое? Тишина. Откуда вы вообще взяли? Да. А чего же мне не дают такое? Ты покажи, где ты учился, что тебя взяли. Мы не желаем, чтобы сотрудники милиции ходили, разгуливали по городу. В такой форме с оружием не желаю. Так как милиция ходит в этом, извините, в саквояже. Где так милиция ходит? Покажите, пожалуйста. Вот ваш сотрудник, он ходит в этом. Где? Вот это а вот это покажите. Чего так ходит? Милиция может ходить? А это сейчас положении? Я взял, сорвал, с кармана достал другие лейбы и уже другой батальон, другое движение. Не будем выявлять, я не знаю. А кто вас создал вообще? Я первый раз вижу. Если бы не подошли. Спецподразделение слабожай. А что это за спецподразделение? У нас нет такого. МВД. Какое это МВД? Молодец, я сотрудник МВД. Ну какое это МВД? Вот МВД. Лекарская служба Коломойского. 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 Все, заканчивай. Вам сужать. Да, покажи. А, вы не хотите просто это сказать? Вы уважаете, что вам не подразделение милиции. Спецназ милиции. А почему же спецназ мне так образование? Детей никто не пугает. Неправда. Я только что, вот там наши дети из Терека. Сейчас хотите прививку парочку? Приводите. Приводите? Конечно. Вам достойно пока. Вам достойно пока. Вам достойно пока. Вам достойно право одевать такую форму. От меня перевязать? Да вы что? Идите в тихо часть. А это как бы... Тут дети же парочки. Понимаете, или не сильно? А это как бы... А почему я не имею? А почему я не имею? Они не сотрудники милиции. Поступайте на службу. Вооруженные. Это вооруженные, как их будет на городе Харьков. У меня папа 40 лет проработал в милиции, у него такой форме милиции. Это не ты, вы хотите такие... А почему вы людей оскорбляете? Какая милиция позволяет? Мужики! Он нетрезво мне стоять, от него перегар. Перегар. Хотя бы представился, блин. От него перегар, он нетрезво, он от толстый. Вот я отмотаю вас от сиденья, тут синяка. Он перегар. Он перегар. На трубочку по очереди. И дама с утра не пройдем медицинскую экспертизу. Он с перегаром, ребята. Это не толпа, понятно? Это не толпа, а харьковчане для начала. Которые вас... А если вы не трезвы? Если вы не трезвы, мы пройдемте тут медэкспертизу, притушили вас. Если мы пьяные. Что такое? Я тоже хочу. Если мы пьяные, вы заявляете. И я хочу взять автомат и ходить тоже. Давайте вооружимся, пойдем по Харькову, по Харькову. Он ходит в нетрезвом состоянии, с оружием в руках. Пусть даже в трезвом, какая разница? С наркотой. От него перегар идет. Они на что тут, войну объявляют или что? У нас нет войны, в Харькове нет антитеррористических операций. На лейбы, блядь, склеивают. Девушка, вы сидите на лавочке, вылетают люди с оружием из машины. Вы не испугаетесь, нет. А там же ее ребенка, нет. Что нам будет пугать? А вам что, ей пугаться не надо. Забирай у них автоматы! Попривязали, блядь, с автоматом с героем. А, так пойду и куплю, а что ж делать? Так вам, может быть, свою слабо дать. Мы тоже свое создадим. С автоматами ходи. Они будут воевать за этих, а мы за тех. А что? А что ж такая гусыня может сделать, блядь, слабо женщине?